Всем зрителям и подписчикам канала Российская усадьба привет! Сегодня у нас 11 апреля 2018 года. Будем строить мы теплицу под названием Легенда, шириной 3 метра, длиной 7 метров, шаг 1 метр под стекло. Обо всем по порядку. Мы начинаем. Началась сборка каркаса. Установили один торец, несколько арок. Сейчас идет скрепление их между собой. Каркас у нас готов. Сейчас нужно его закрепить к бетону. И начнется подготовка для подостекления. Торцы у нас покрыты монолитным поликарбонатом, поэтому они такие светлые, прозрачные. Установили второй торец, закрепили теплицу к бетону с помощью анкеров. Сейчас будем устанавливать профиля под остекление. Начали мы крыть стену стеклом, одну стену покрыли. Вся прелесть этой теплицы в том, что она абсолютно прозрачная, скорее всего на видео не видно даже, что одна стена дальняя в стекле, но оно там есть. Сейчас будем ближнюю стену закрывать стеклом. Ближнюю стенку покрыли тоже стеклом. Сейчас начнем готовить подостекление крыши. Будем прикручивать профиля, клеить резинки, коньки прикручивать. Там посмотрим, на что время останется сегодня. То сделаем. Так, на сегодня все. У нас стоит каркас. Практически полностью готов. Без дверей и без крыши. Ну и так, мелочевка останется. Термоприводы, система подвески. Фурнитура на двери, форточки. Ну а на сегодня пока все. А у нас второй день работ. Строим легенду, напоминаю, стеклянную. Начали крыть крышу. Одна сторона почти готова. Потом будем устанавливать форточные блоки. Зашивать двери поликарбонатом монолитным. Работы хватает еще. Полностью покрыта крыша у нас, зафиксированы все стекла. Сейчас идет монтаж форточных блоков. Двери тоже покрыты поликарбонатом. Осталось форточные блоки и систему подвески установить. Поближе. По торцам у нас установлены разрезные двери форточки. Торцы, напоминаю, еще раз выполнены из монолита. Монолитный поликарбонат, супер прозрачный. Найди отличие, вот где стекло, а где монолит. Трудно, да? Он просто немножко искажает. Абсолютно не искажает, монолит чуть-чуть искажает. С другого торца также разрезная дверь форточка, каркас теплицы, труба 40 на 40, заполнение из трубы 40 на 20 и связи 20 на 20. Все это дело выкрашено полимерно-порошковым способом, светло-серый цвет. Закреплено все в бетоне с помощью анкеров. Снизу у нас идет отлив, по уголок 50 на 50 цвет. Также есть система подвески, по две нитки на каждую сторону.
два форточных блока, оснащенные термоприводами. Ну, в принципе, и все. Ну и укосины для большей жесткости. 4 штуки на всю теплицу. Стекла у нас держатся с помощью стыковочного профиля системы база-крышка. Конструкция супер прозрачная, конечно. Ничто не мешает солнышку попадать сюда. Большая, светлая. Вид с другого торца. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!